соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, віра, віра, соку, бачи, соку, віра, соку, бачи, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, соку, бачи, бачи, соку, соку, віра, віра, соку, бачи, соку, віра, соку, бачи, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, соку, бачи, бачи, соку, соку, віра, віра, соку, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, соку, бачи, бачи, сок, соку, віра, віра, соку, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, сок, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, віра, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Сок, сок, бач, бач, сок, віра, сок, бач, соку, віра, сок, бач, віра. Никто не спросил, кстати, очень хорошо получилось. Только слова пили. Можно не орать, я вообще-то сплю. Слышишь, заткнись. И вообще спать нужно дома. Достали так, уже. Я еще знаю, давай ты это отрепетируй. Знаешь, что кони-кони. А, да, точно, давай, хорошо, иди. Кони-кони сидели на балконе. Сейчас, смотри. Раз, два, три. Кони-кони сидели на балконе. Чай, ложки, ложки. Так. Раз, два, три. Кони, кони сидели на балконе, чай пили, ложки били. Анька, смотри, какой я лизун сделала. Ничего. Ух ты, какие блёсточки, блёсеньки. А из чего делала? Ну, представляешь, я, во-первых, это я сама делала. И я сделала из зубной пасты, шампунь, пена для бритья. Ну, и тетраборат, конечно, это же загуститель, это же самое главное. Влажность, влажность. Не спим. Урок. Это что такое? Это лизун. Убираем. Ну что, подведем итоги прошлой недели, посмотрим, кто какие оценочки получил. Ну, Валентина Ивановна, ну мы же и так знаем все свои оценки. Давайте мы лучше с Лерой вам покажем то, что мы выучили. Валентина Ивановна, не смотрите, это неинтересно. Да, очень интересно храпака на уроки давать. Ну, раз вы свои оценки знаете, тем более вы неплохо на прошлой неделе поучились. Я была в магазине, мне предложили интересную игру. На классном часе как раз и поиграем. Шоколадный батончик, он должен там как-то выпрыгивать, а мы его должны будем ловить. Валентина Ивановна, это не шоколадный батончик. Валентина Ивановна, эта же игра называется «Плунгер». Из туалета вылетают какашки, и все ее должны словить. Что, правда? Ну, просто очень похоже на шоколадный батончик. Правда, я не досмотрела, там унитаз нарисован. Ничего, зато интересная игра, сказали, очень интересно. Попробуем. Разберемся и поиграемся. У нас же есть целый урок. Валентина Ивановна, если я не хочу ловить какашку? Да ты интересно, будешь ловить? Ань, да это же резиновая какашка. Тут ничего страшного нету. Или ты хочешь оценки слушать? Играть будем все. Так, я так поняла, бросаешь кубик. Выпадает число, вот у меня 2, и надо 2 раза нажать вантусом. 1, 2, и, наверное, отсюда потом вылетает конфетка. Ну, не конфетка, вы понимаете, о чем я. Но я попробую, чтобы вылетело. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кстати, Валентина Ивановна, вы еще забыли сказать, тот, кто словит эту какашку, получает фишечку. И, кстати, можно я, пожалуйста, буду первой? Просто я очень, очень хочу попробовать. Все правильно, Дарина. Я думаю, для чего эти фишки нужны? Но первой буду я, а ты вторая. 3. 1, 2, 3. Мне повезло. Теперь ты. Так, давайте. Так, давайте. 1 мне. И 3. Тоже 3. 1, 2. Так, я словила или не словила? Не считается. Ну, ну ладно. Держите так, кашечку сюда. Кашечку сюда. Да, да. Так, давай 5. Уже страшно. 5. Так, и 2. Давай. Да не бойся, давай. Быстрее, быстрее. 1, 2. У меня уже мурашки по коже прям пошли. 2.
2. Все, пронесло. Вот это да. Так. Кубик. Так, фух. Сколько? 2. Да. Раз, раз, два. Фух. Ой, кажется, мне сейчас не повезет. 3. 3. Раз, два. Не словила, не словила. Ну что, теперь, ладно, твоя очередь, любя. Хорошо. Так. Два. Раз, два. Два. Так. И везунчик у нас в классе, да? Так. Да. Так, давай, Лера. Давай, давай, давай. Пять, пять. Два. Два. Так. Раз, два. А мне просто интересно, а если она просит, а я случайно ставлю, мне будет фишечка? А, да. О! Так, давай. Я тоже. Да. Один. Один. Давай. Я тоже. Да, пусти, пусти. И мне двоечка. Раз, два. Нет! Давайте теперь так. Вы, Валентина Ивановна. Так. Ну, как же а? Как так? Так. Давай. У меня 3. Раз, два. Три. А, я словила! Мне фишка. Вот это да, я тоже хочу тебе словить. Давай, сейчас тут как-то что-нибудь впереди вас. Так. Кашка, пожалуйста, выпрыгни, я тебя словлю. Так, один. Ну, навряд ли. Кашка, не выпрыгни. Так, теперь вы. Давай, Лиза. Так, 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 так. Давай. Я буду ловить. Хоть бы я ее ставила. Я буду ловить какашку. Я буду ловить какашку. Один, один, два. Раз. Два. Ты уже там прямо упала. Я жду, пока я себя словлю. Я тоже буду ловить вам какашку. Раз. Да что ж такое? Я, короче, тоже буду ловить вашу какашку. Так, все. Один. Так, повезло опять. Сейчас Аня, Аня. Аня, ты будешь ловить какашку. Два. Раз, два. Так, поехали. Давай. Давай, давай, давай. Два. Два. Раз, два. Да, не повезло. Что же такое? Интересно, у меня вылезет какашка? Я хочу уже фишечку. Сколько, сколько? Два. Давай, 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 давай. Раз, два. Давай, подскажи. Давай. Так, давай, я в тебя верю. Один, опять, ну что ж такое? Ай, ну блин. 100% у меня вылетит. Сейчас посмотрим еще. Главное, чтобы не сломать. Один, 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 один. Ой, один. Так, давайте. Раз. Давай сейчас я, пожалуйста. Выйди мне, я тебя словлю, какашечка. Давай, 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 давай. Я в тебя верю, давай. Так, два. Раз. Молодец, Дарина, поздравляю, ты моя конкурентка. Так, передавай. Так, сейчас какашечку надо ставить, сейчас она улетит. Так, держи, тебе еще кубик. Уже не терпится. Так, держи, так. Фишечка! Хоть бы ты вылила. Вылилась моя какашечка. Вылилась моя какашечка. Так, тут два. Два тоже. Раз. Да что ж такое, я же на подготове, она не вылетает. Работает профи. Два, наверное. Два, два. Раз, два. Ну, можно! Я профи. Что ж ты такие невезучие? Точно или у тебя, или у меня? Я могу сказать, вот у тебя, чтобы сюда не пришли. Один. Раз. Нет. А, не, я не повезу. Аня, один. Два. Два. Знаете что? Вы так друг другу только мешаете. Надо по очереди, потому что так фишки никогда не заработаете. Передавай дальше.
Два. Давай. Раз. Два. Держи. Работает опять профиль. Ага. Я сейчас буду показывать мастер-класс. Запоминайте. Ложим кубик. Бросаем. Выпадает три. Выпадает три. Делаем. Раз. Два. Три. И ловим. И ловим. Поздравляю, фишка твоя. Так, следующая. Давай, давай. Давай, да? Давай сразу большую. Так, троечка. Давай, пожалуйста, троечка. Ну, пожалуйста, я в тебя верю. Двоечка. Так, давай. Раз. И... Ну, так нечестно. Мне точно повезет. Не парень. Три. Три. Ну, уже повезло. Раз. Два. Три. Ничего, в следующий раз. Так, так, так. Я в тебя верю. Пожалуйста. Я тебя люблю. Так, поэтому троечка, выпадай. Так, двоечка тоже хорошо. Раз. Два. Два. Она просто сильно хочет, чтобы ей выпала какашка. Так. Сейчас так. У меня тоже не выпадет. Конкурентка, ты выиграешь. Удачи, мастер, давай. Два. Раз. А если что, сами. Два. Понятно. Все. Два. Какашечку. Какашечку не подведу. Какашечку. Раз. Два. Давай. Молодец, поздравляю тебя. Передайте, пожалуйста, фишку. Так. Нет, это надо. Предупреждаю, кстати, фишки осталось мало. Держи. Давай, тоже. Три. Раз, два, три. Мне повезло опять. Сейчас мне тоже. Накачиваем унитаз. Мне кажется, опять попадется Лизе. Ну, я ж мастер. Чтобы у нее было три фишечки. Я в тебя верю, какашка. Ты ж моя какашка. Два. Куда? Сюда, да? Есть! Ха-ха-ха-ха! Давай сюда. Нет, я должна была сама кинуть. Вот ты сейчас взяла там какое-то, может быть, что-то непонятно наговорила. Вот смотри, если сейчас не поговорится, во всем будешь ты виноват. Два. Раз. Два. Вот видишь, это все ты наговорила просто. Вообще уже. Еще раз. Три. Раз. Два. Ну что, Дарина, желаю удачи. Спасибо. Так. Два. Раз. Отнимайте у нее фишечку, она честно играла. Ладно, я сейчас чуть-чуть отсюда. Два, раз, два. Ну, блин, это нечестно! Это была моя очередь. Не-не-не-не-не-не-не, все, я пошла. А Дарина тоже так делала. Раз. Это все ты виновата, сейчас бы у меня выпало. Это все из Дарины. Три. Раз. Два, три. Один. Так, так, так. Опять один. Один. Пожалуйста, держи. Это у нас большая фиша, да? Да. Давай. Удачи. Если всего на унитазе сидят. Один. Молодец!
фишки. Все равно последние три фишки будут мои. Ну, сейчас увидим еще. Так, давай, Лиза. Нет, я. Что ты видишь? Три. Один. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Один. Нет, ну, три. Три. Я тебя люблю, потому ты три. Один, да? Ой. Значит, так, повезет знаешь, мне. Или будет... мне еще, после вас я. Три фишки хочу. Один. Да. Ну ничего, еще есть шанс. Мне. Так. Три. Да ну что ж такое? Кто ее заколдовал? Ну вот. Сейчас точно попадется. Один, три. Моя какашка любимая, ты меня знаешь. Три, пожалуйста, я тебя умоляю. Три, два. Ну тоже. Ну и не то, и не то. Раз, два, три. Кикешка. Давай, какашка. Какашка, давай. Моя надежда. Раз, два, три. Так, все, значит, не повезет точно. Три. Раз, два, три. Я словила! Ну ты молодец. Вот, конечно, почти словил какашку. Так, теперь. Я. Один. А, вон там уже. Один. Один. Почему? Сейчас Лера, наверное, выиграет. Так. Пожалуйста, три, пожалуйста. Три. Я смотри. Заново. Бывает. Три. Отлично. Давай, для кого отлично, для кого не очень. Раз. Два. Три. Ой, так, хоть бы три, пожалуйста. Тебе не попрет. Три. Это просто моя удача поворачивается. Есть! Я словила ее. Поздравляю, у тебя уже три фишки. Кстати, осталось всего одна. Да, Дарина кидает, я ж по-честному уже. Давай, три. Два, ну. Раз, два. Держите. Надеюсь, последняя фишка будет моя. Или моя. Один. Нет. Пожалуйста. Троечка. И есть троечка. Раз, два, три. Так. Один. Я тебе помогу тут лист немножко. Совсем чуть-чуть. Да нормально вообще? Давай. Кубик еще не выпал. Один. Три. Все. Так. Да подожди. На. Раз. Тебе нормально? Да. Нечестно. Но словила все равно Лера. Держи. Так, кстати, уже звонок. Давайте считайте, у кого сколько фишек. У меня две. У меня одна. У меня три, но было бы четыре. А у меня тоже две. У меня нет, это все ты виновата. Валентина Ивановна, у меня две. Ну что, победитель у нас Лиза. Я в себе не сомневалась. Ну, все были молодцы, игра очень интересная. Как-то в свободное время еще раз поиграем. А сейчас собирайте и готовьтесь, пожалуйста, уже к уроку. Ну, Валентина Ивановна, так мало. Дарина, не расстраивайся. На следующем классном часе продолжим игру. Давайте уже. Давай. Вот еще. Ну что, доставайте книжки и тетрадки. Приступим к урокам.